Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Алексей, мы продолжаем играть в Майнкрафт на сборке от Фитзебиста Регроус и проходим такие очень сложные, коварные квесты. Вот так я немножечко зачистил свой берег, возле которого поселился, ну как зачистил, просто немножечко выровнял, тут всякие ступеньки, также сделал место, где мы будем строиться, естественно, это место будет расширяться, поэтому пока что такой забор, ну, как говорится, из того, что есть. Потому что так особо материалов тут не разживемся. Там бушуют зомби всякие. О, пауки. Давно хотел. Да, пауки, идите сюда. Вот для пауков. Пауков я всегда жду. Так, короче говоря, вот такое вот местечко. Паук, иди сюда. Ты там не залезешь. Я там специально сделал, чтобы ты не залез. Давай, давай, давай. Давай. Не может. Не может. Ну и тем более скоро рассвет. Выхода нет, есть такая песня. Так, ладненько, давайте продолжим проходить наши квесты. Во-первых, я за кадром уже нашел глину, которая не хватала мне до этого квеста. Ну, не так уж и много и нужно было. Поэтому этот квест мы прошли и получили семена. Отлично. Следующее. Ну, наверное, вот это. Нам нужно сделать ведро, потому что без ведра мы не сможем распространять воду. Давайте и тогда этим и займемся. Так, у меня где-то тут есть сундук. Сундук, вот тут есть сундук, точнее говоря. И вот тут есть много сундуков. Так, сделаем из глины ведро и его обжарим. Так, ведро есть. Тут я еще также скопал. Я почему-то решил здесь сундуки ставить, но потом подумал, какого черта? Зачем они мне здесь? Я буду сюда все время бегать. Поэтому мы, наверное, их немножечко перенесем. Перенесем туда поближе к нашим этим самым. Так, и вот эти вот все растения мы, наверное, забираем. И так как растения нужны больше наверху, чем внизу. Так, перенесем их туда наверх. Так, горшок готов. Точнее говоря, ведро. Извините, ведро. Так, и... У нас же день, паук. Я тебя, конечно, жду всегда. Так, значит, всякую ерунду мы складываем, по-моему, вот сюда. Так, это я про ниточки. Да, ниточки это хорошо. Так, дальше поехали. Дальше поехали по квестам. Ведро я сдал. Мне дадут еще земли, еще этой самой. Да что такое? Тихо, тихо, тихо. А как ты сюда попал, друг? Во, блин. И главное, пошел куда-то. Ты куда пошел? Со своим мозгом. Мозговитый оказался. Так, короче говоря, вот эта система, походу, не работает. Да, они просто плывают и все. Ну, ладно. Будем ждать, когда вы дойдете. Так, житель зомби. Он мне, в общем-то, не нужен. Ну, вы когда из воды выйдете, я вас услышу, я думаю. Так, ладненько, это есть. Воды, наверное, стоит набрать сразу. Вообще неплохо бы сразу сделать колодец, потому что он мне однозначно понадобится. Осталось придумать, где бы его сделать. Ну, давайте пока временно сделаем где-нибудь вот тут. Да. Так, надо быстренько поесть. Да, жарко сегодня. Из воды лучше не вылезайте, ребята. Так, значит, что мы там должны сделать? Значит, воду, горшок мы сделали. Не думаю, что дойдут. Да, не дошли. Так, что дальше? Что дальше? Нам нужно сделать эти самые. Короче, жердочки. В Industrial Craft это называли жердочки. Crops. Ну, короче говоря, штуки, на которых будем выращивать. Так, это мы сделаем. И нужно что? Найти два мистических белых цветка. Хорошие штуки, кстати, эти мистические белые цветы. Вот, но для них уже понадобится земля. Но земля у меня, кстати, уже с собой есть, по-моему, да? Да, есть. И что там они еще хотели от меня? Чтобы я сделал жердочки. Да, для этого нужно эти самые палки. Так, дерево у нас вот тут внизу. Жердочек понадобится много, так что я их делаю не три штуки, а сразу много. Так, а как они делаются? По-моему, вот так. Да. Вот такие вот жердочки. Переводится, по-моему, crops, типа насаждение, что ли. Так, еще земли возьмем на всякий случай.
пригодится однозначно. Так, и поставим сундуки. Где же мы их поставим? Ну, наверное, вот тут будем выставлять все сундуки. Наверное, пока что вот так. Так, и здесь у нас будут все насаждения. Один цветочек оставим. Так, мука, пшеница. Мозг, ладно, не надо нам пока. Так, хорошо. Так, с жердочки мы сделали. Так, по-моему, мне что-то так кажется. Или громко. Нет, наверное, у меня громко. Да, это, наверное, у меня громко. Так. У вас, по идее, должно быть нормально. Так, 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 так. Что я там хочу? Что я там хочу? Значит, мне нужно те самые. Эти я сделал. Дальше. Дальше. Мне нужно получить сахарный тростник, еще и получить мандрекрут. Ну, однозначно, мне уже пора делать какую-то грядку. Начнем мы грядки, наверное. Начнем мы грядки, наверное. Так, вот здесь у меня будет грядка для, так скажем, размножений. Ну, в смысле, для того, чтобы размножить. Так, отсюда отступим 4. 4, да? Так, вот тут у нас будет, наверное, центр. 4. О, отличная грядка получится. Так, грядка для размножения. Так, да, факела. Единственное, что за ними тоже нужно следить. Так, земли мне достаточно, так что можем сейчас сразу делать на максимальную длину. Вот, но землю, наверное, потом надо будет подобывать, потому что, смотрите, почти вся ушла. Так, а почему я без воды? Надо же с водой. Так, не знаю, может быть, я далековато колодец сделал, но можно сделать их несколько, в конце концов. Так, и вот тут, наверное, надо сделать заборчик, чтобы я не падал. Так, воду поставили. Чем-то надо ее, наверное, накрыть, эту воду. Наверное, каким-нибудь блоком, каким-нибудь красивым, может быть, просто деревом. Или... Мне надо будет туда поставить все равно факел, так что, наверное, мы так сделаем. Досточкой. Ну, чтобы туда, во-первых, не проваливаться. В эту воду. Во-вторых, будет стойка для факела одновременно с этим. Так, хорошо. И вот тут у нас включается в работу наша мотыга. Так, я думаю, наверное, сразу все сделать. Факел мешает. Удобренной землей, не удобренной, а вспаханной. Так, значит, тут селекция происходит немножечко по другим законам, не так, как в Industrial Craft. Ну, может быть, это хорошо, не так сильно долго ждать приходится, вот, но происходит она немножечко не так. Значит, нам нужно там по заданию что сделать? Вывести сахарный тростник. А сахарный тростник выводится как пшеница плюс carrot. Carrot — это у нас морковка, да? Так, у нас есть семена и пшеницы, и морковки. Они у нас почему-то уже спрятаны в сундук верхний. Так, пшеницу, ну мы сейчас ее всю посадим. Оставим, наверное, парочку, там пригодится. Так, и вот она carrot, да? Так, муку тоже возьмем, потому что, ну, возможно, пригодится тоже. Так, значит, ставим. Как бы лучше их поставить? Может быть, где-то... Ну, мы где-то тут, наверное, начнем. Да, где-то тут начнем селекцию нашу. Так, посадим семена пшеницы и морковки. Так, здесь, кстати, в этой сборке получается, ну не в этой сборке, наверное, в результате этого мода мы не можем семена посадить просто в землю. Видите, не садятся. То же самое касается и тростника. Так, и вот между этими самыми... Так, а мы хотим что, тростник вывести, да? Да, мы хотим тростник вывести. Так, чтобы тростник однозначно вывелся, тростник лучше ставить не на землю, а на песок. А песок у меня, по-моему, где-то вот тут был, да.
Так, возьмем 10 штук. Тростника, кстати, пригодится. Надо побольше его вывести. Так что мы сейчас вот так сделаем. Даже, наверное, сделаем как-нибудь вот так пока. И везде здесь поставим песок. Это красный песок, он точно такой же, как и обычный, по-моему. Так, и здесь ставятся двойные жердочки, они, получается, будут селекционировать у нас. Ну да, именно так. Так, хорошо, пшеницу, наверное, думаю, есть смысл поставить еще. И, кстати, тут, получается, селекция может происходить даже вот так. То есть от этой пшеницы все равно сюда может перейти селекция. Если мы выставим даже вот так, то когда-нибудь, так чтобы за этим уже не следить, как говорится, здесь везде будет пшеница. Да, потом мы ее пересадим, какую-нибудь грядку организуем. Так, ну да ладно. Единственное, что может быть есть смысл вырастить ее. Может быть, селекция тогда будет идти быстрее, но я не уверен почему-то. Почему-то я не уверен. Зря я это сделал. Ну ладно, может быть, тут быстрее произойдет селекция. Хорошо, хорошо. Смотрим, что у нас там дальше. Еще нужно мандрикрут. А мандрикрут — это потейто плюс белодонна. Белодонна у нас есть. Сейчас мы, наверное, тут вот это дело устроим тоже в виде селекции. Так, вот так поставим. Вот это надо взять нам. Картошка, короче говоря, и белодонна. Так, значит, вот у нас белодонна. Ну, картошка одна. В принципе, можно вокруг поставить 4 белодонны, так будет быстрее, потому что мандрик этот, он понадобится потом. Так что, наверное, мы немножечко не так здесь селекцию устроим. Мы ее как-нибудь типа крестом сделаем. Вот, наверное, вот таким образом. Да-да-да-да-да. Так, в середине поставим картошку, потому что она у нас одна. Так. Так, и 4 белодонны посадим. То же самое, конечно, можно было сделать и тут. Ну, а почему нет? Почему нет? Да, я думаю, даже есть смысл в этом великий. Да. Так, здесь поставить тоже песок, например. Ну, короче говоря, здесь будет бардак, но я для этого именно и сделал эту грядку, чтобы тут был бардак. Так, здесь ставим это. Тут ставим вот это, и здесь двойные жердочки. Да, вот так будет, наверное, побыстрее. А и здесь ставим двойные жердочки, когда-нибудь это все заработает. Так, и здесь же я двойные жердочки не поставил. Да, жердочек понадобится много. Извините, я буду их называть жердочки, потому что я в Industrial Craft играл. А там они называются жердочки. Так, ну что ж, хорошо, все, это у нас готово. Пускай занимается этим делом. Так, а у нас есть еще один квест. Нам нужно сделать белые цветы, но для этого нам нужно сделать отдельную грядку для цветов. И, наверное, вот тут я ее организую. Вот у меня есть стак земли. 64 это у нас 8 на 8, правильно? Ну, давайте вот так и сделаем. Так, еще, знаете, в чем проблема? В том, что у меня тут, скорее всего, уже затемнение, короче говоря, происходит. Так, тут тоже надо поставить факел. Ой, у нас там почему-то весь полностью темный участок. Они же начнут спавниться. Им только дай. Только что здесь же был. Разве нет? О, у нас вот тут я тут мраморный вход сделал. И забыл факел поставить обратно. Так, ну да ладно. Этот факел пока временно уберем. Ой, что это такое? Прет. Меч, смотрите, прет. Не на мультике показывает. Так, 5, 6, 7, 8. 8 на 8 сделаем такую площадку. И здесь будем выводить всякие цветы. Так, сколько у нас тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, отличненько. Факелы надо бы тоже поставить. Угу. И пока вот тут поставим. Так, и вот сюда мы как раз засеем вот это семечко, которое мы нашли. У меня, кстати, есть еще одно такое же. Сейчас мы прям так в центр бабахнем. И он нам здесь, видите, распространит траву.
Откуда ты взялся, блин? А где мой меч? Никто не знает. Это он вот так вот легко обошел? Что-то я там не предусмотрел, мне кажется. Вам не кажется, что мне кажется, я там не предусмотрел чего-то? Я тут и голодный, и без меча. Где ты там? О, штанишки. Отлично. Он не зря пришел, он знал, зачем он идет. Тащил мне штаны, а я его убил. Случайно. Так, значит, нам нужно вырастить. Нам. Так и гляди, как они прут. Откуда вы все беретесь, эл? О, много косточек, это хорошо. Много косточек, это я люблю. Косточки нужны здесь. Так, они просто в тупую обходят. Мне это не нравится. Неужели они просто вот тут берут и обходят? Очевидно, очевидно, да. Или просто по воде. Ой, какое-то место странное я придумал, если честно. Надо было как-то, наверное, по центру чего-нибудь это все делать. Так, ну да ладно, ну да ладно. Значит, нам нужны вот такие вот Floreal Fertilizer. Короче говоря, это по сути мука, но только которая выращивает цветы. Цветы именно волшебные. Видите, я щелкаю, появляются такие цветы. Все цветы нужны. То есть это не просто украшение. Оу! Устроил фейерверк посреди ночи. Так, вот он, белый цветочек, который мне как раз нужен. Ой, и вот еще один белый цветочек. Отличненько, отличненько, отличненько. Так, хорошо, хорошо. Мы, получается, уже этот квест дали. Так, и вот эти все магические цветы. Кстати, зацените, там дождь идет. Причем именно над моей... над моей базой. А тут не идет, потому что... потому что здесь пустыня, видимо, биом с пустыней. Так, все вот эти цветы сейчас сюда закидываем. Закидываем, закидываем. Так, еще вот он цветок. Так, а сюда косточки. Блин, вот это вот мусор всякий. Так, вот эти семена пока тоже откинем. Так, и пойдем глянем. Может быть, там уже чего доброго селекция произошла. Конечно, вот она у нас. А, я думаю, где эти самые? Я думал, внизу. А он, оказывается, вот тут у нас темнота. Ох ты, блин. Вот откуда он взялся? Так, паук принес мне ниточек. Отлично. Так, что-то я плохо себя защитил, вам не кажется, господа? Так, и вот здесь, наверное, нужно... Ля-ля, они просто в тупую прут. Просто через воду. Ужас-то какой. Так, ладненько. Значит, здесь, к счастью, можно выращивать тростник мукой. Ну, в смысле, если он еще не вырос, а тебе сильно надо и сильно хочется... то просто берешь вот так и выращиваешь. Вот, а потом срываешь просто. Ой, не надо было этим срывать. Так, мне просто один тростник нужен для того, чтобы... ну, вы поняли. Так. Здесь мы вырастим чуть побольше. Тут все хорошо. Тут, кстати, у семян тоже есть такие вещи, как схожесть там... ну, эти самые... короче говоря, показатели у семян есть. Поэтому их придется анализировать. Вот. А для анализа у нас есть там специальная машинка, ее по заданию надо будет сделать тоже. Так, а вот у нас появился что? Potato seed. Не то, не то. Potato seed, ну, в смысле, картошка опять выросла. Должна вырасти, ну, другое, мандрик вот этот должен вырасти. Так, ну мы можем поставить их как? Вот так, например, посадить сюда тоже картошку. Так, мне вот это не нравится, я постоянно должен, получается, находиться вот в таком напряжении. Это все потому, что они меня видят, скорее всего. Так, а есть у меня еще белладонна? Так, вот это мне совсем не нравится, не нравится, не нравится. Меч, походу, прятать не стоит. Так, ну, то, что мобы нападают, это, в принципе, опыт. Это, в принципе, это самое. В принципе, вообще не нужно, короче говоря. Так, эти всякие головы дополнительные мне тоже не нравятся. Так, почему у нас ночь? Почему у нас все так плохо? Так, а что это такое? О, господи. Так, ладненько, смотрим, что там по квесту. Значит, это мы прошли. Получим еще муку. Отлично. Это сахарный тростник мы нашли. Осталось мандрик вырастить. Хорошо. И дальше откроется еще один квест. Да, тут, конечно, надо будет немножечко подождать. Так, вот у нас белладонна зацвела. Так, это у нас что такое? Potato seed опять. А это тоже potato seed. Я же ничего не перепутал, надеюсь. Да вроде нет. Так, ну ничего, зато у нас теперь много картошки. Так, может быть, стоит ее тоже вырастить.
Так, вырастили. Вырастили. Это тоже потейто сид. Что ж такое? Да, это, конечно, не дело. Надо что-то с этим решать. О, у нас шлем. Товарищ принес мне шлем. Плохой, конечно, но все же. Так, короче. Мы, наверное, временно сделаем им как? Временно сделаем им немножечко такую перегородку, не перегородку. Да, да. Я придумал, что я сейчас сделаю, так, чтобы они ко мне больше не ходили. Так, вот забор, кстати, есть. Отлично. Так, где у нас тут палки-то эти? Сделаем еще забора несколько. Я думаю, столько хватит. Так, и сделаем. Где-то тут у нас еще были доски. Вот для чего нужны доски. Хотя, кстати, наверное, и такие доски сойдут для калитки. Сейчас проверим. Да, сойдут. Просто эти доски настоящие, их трогать вообще-то нежелательно, пока у меня нет деревьев. Так, а вот то, что они ко мне тут навадились ходить так запросто, это не очень хорошо. Привет и тебе. Гад. Так, единственное, что скелеты-то будут как бы типа стрелять. Так, ну ладно. В общем, как-то мы их пока что закрыли. Пока что они ко мне ходить не будут какое-то время. Так, ладненько, что у нас там с селекцией? Не очень хорошо, что она так медленно и не в правильном направлении. Опять здесь картошка выросла. Ну, я так понял, что картошка здесь выросла потому, что у меня не созревшие культурные вот эти растения, которые должны давать селекцию. Вот это может быть. Поэтому мы сейчас сделаем так. И жердочки здесь заново поставим. Так, что у нас тут? Опять картошка выросла. Да что ж такое? Картошка какая-то именно дает свой ген очень серьезно для скрещивания. Так, ну. Так, здесь у нас нормально все. Видите, как пшеница у нас разошлась? Ой, как замечательно. Дальше она тоже пойдет. Пускай растет, пускай растет. Да, она может выращиваться, получается, даже друг от друга. Вот здесь мы, например, тоже поставим. Здесь, конечно же, скорее всего, пшеница вырастет. Потому что пшеница тоже рядом. А, нет, пшеница здесь не вырастет. Здесь же песок. Да, точно. Так, картошка. Ну, мандрик. Нет, картошка. Так, ладненько, ладненько. Ну, в общем, когда-то это все вырастет. Когда-то это все вырастет. Ну, в смысле, выведется. Поэтому я, наверное, пока поставлю на паузу. Так, вот тут я что-то не доделал. Стоит ли пройтись прогуляться? Думаю, не стоит. Я вот думаю сделать правильный выход. Вот это стоило бы сделать. Так, а выход правильный я могу, наверное, вот так сделать. Да, могу. Дело в том, что я не знаю, кстати, не проверял, зомби ломают ли здесь эти самые стены, ну, в смысле, не стены, а двери. Может быть, и не ломают, конечно, но могут и ломать. Поэтому мы, наверное, тут сделаем вот таким образом. Так, тут немножечко почистим. Беру эти самые, чтобы они мне не мешали. Так, и вот тут поставим такую калиточку. О, калитку они не пробьют. Блин, чуть не убил. Вот это я его так не заметил, а? Крипер подкрался незаметно, называется. Так, а вообще можно еще чем заняться? Ну, например, не знаю, вот этим. Потому что и красители нужны, и эти самые нужны. Вот, в смысле, вот эти удобрения. Вот глина. Так. Семечко пшеницы еще получили. Семена здесь, дело в том, что понадобятся не только для того, чтобы их выращивать, а для дальнейшего там колдовства, короче говоря. Так, ладненько, мы сейчас, наверное, все закинем сюда. Посмотрим заодно, как это все выглядеть тут будет. Так, цветы вот эти не надо сюда ложить. Класть, то есть, буду делать сейчас опять замечания. Так, вот эти два цветка я сделал. Вот для них
Я знаю, что с ними дальше делать, с этими двумя цветками, поэтому, наверное, этим мы и займемся. Так, а вот мне нужна земля или не земля? По-моему, не обязательно мне нужна земля. Да-да-да-да-да. Мне нужна, в принципе, одна земля. Для него две земли мне нужно. Где у вас там земля? Сейчас две земли возьмем. Так, и всякие вот этот вот мусор надо отсюда скинуть. Глину тоже сюда. Ну, чтобы потом искать ее, сами понимаете. Так, и где у нас будут вот эти штуки производиться? В принципе, вот тут можно сделать. Да, я думаю, вот здесь вот мы и сделаем. Так, вот это для одного. Сейчас я объясню, что я собрался делать. Это немножечко раньше, чем надо. Я начал делать. Вот, но что делать, если там селекция не выводится. Так, мы посадим два вот этих цветка. Вот сюда и вот сюда. Так, и вокруг них, вот у меня где-то есть камень. Мы сейчас начнем делать колдовство чуть-чуть. Так, а камень я куда-то положил. Куда же я его? Наверное, где-то вот тут. Мне же давали камень, поэтому сейчас его сюда и поставим. Так, значит, дело в том, что дерева пока у меня еще нет. Вот эти белые цветочки, они превращают камень в специальный такой волшебный камень. А дерево именно, ну там, именно дерево само, которое срубается обычно, превращают в какое-то волшебное дерево. Ну, в общем, пускай занимаются пока этим самым. И я так, единственное, что подозреваю, что им может быть нужна энергия, а у меня энергии пока нет. Ну, в общем, ладно, разберемся сейчас по ходу. Так, цветочки соберем. Цветочки всегда пригодятся. Так. Так, это же все цветки обычные, да, поэтому мы их сюда. Кактус у нас еще есть. Отлично. Так, посмотрим, что у нас там населекционировалось. Я почему-то хожу голодный. Так, потейта, беладонна. Не то, не то и не то. Почему так, я не знаю. Так, и так. Так, беладонна и картошка ж, правильно? Я ж ничего там не перепутал, надеюсь. Так. Картошка производится 7 продукт мандрик. Сукатин синдикует сент. To be used as soil so to rotate them on need cross crop planted on sand. Ага, или цветной, или такой. Так, ну зато у нас пшеница прет. Пшеница прет, это хорошо. Так, и у нас уже, в принципе, вот два этих самых появилось. Так, для сахарного тростника я так думаю, что можно даже организовать тоже отдельную грядочку, на котором мы будем его выращивать. Ну, а почему нет? Я так думаю, что можно заняться этим где-то даже вот тут. Да, я сейчас, наверное, возьму. Так, я вот не знаю, будет ли это работать. Скорее всего, может и не работать. Дело в том, что для него, может быть, энергия нужна. Ну, ладно, не будет, заодно и проверим. Так, что-то я сюда пришел не просто так, за песком. За песком. Мы сейчас устроим грядку для тростника. Так, и мне, наверное, еще палочек нужно будет, потому что нужно будет делать. Так, они у меня где-то вот тут. Ну, палки кончились. Неожиданно. Надо еще нарубить. Их очень легко получается добывать вот из вот этого всего. Но все равно же приходится добывать. Так, где у нас будет тростник? Можно вот здесь поставить. Ну, почему нет? Будем потихонечку занимать все пространство. Так, 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 так. Так, возьмем отсюда вот тростничок. Так, здесь поставим обратно, как было. Пускай еще выводится. Так, здесь у нас заселяется пшеница. Так, а ну, беладонна. Мандрик, наконец-то. Наконец-то у нас есть мандрик. Это же мандрик? Да, это мандрик. О, выросший. Так, и вот тут нужно приготовиться, потому что из него может вылезти такая чумачечья штука.
Вот она. Она орёт. Иди сюда. Она от меня убегает. С каких-то пор, интересно. Так, ну что ж, хорошо. Мандрик вырос. Один. Где он тут? Вот, а надо его обратно сюда посадить. Можно его, в принципе, и не сюда садить. Можно его выводить где-нибудь отдельно вообще. Ну, например, вот тут поставить. Так. И вот так. И обставить его этими самыми жердочками. Пускай это самое разрастается. Фу ты, черт. Так, я думаю, вот столько его хватит. Так, вот эту белладонну вообще уберем. Это у нас что такое? Тоже белладонна уберем. В принципе, все вот это уже не нужно. Раз у нас есть один мандрик, из него вырастет и другой мандрик. Так, белладонна всякая и так далее. Это уже все не нужно. Все, вот тут у нас будет расти мандрик. Такая себе грядка. Так, а вот тут у нас будет расти песок. Расти песок будет, поняли, да? Так, где тут у нас? Я имел в виду тростник, конечно же. Это вот у нас семена тростника. Так, мы сейчас вот так поставим. И вот так. Я думаю, он разрастется быстро. Ой. Так, вот этот факел тут вообще левый. Опа, кончились. А, вот они. Так, 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 так. Ну да, нормально. В общем, когда-то здесь будет сад тростника, я так думаю. Так, надо факелы не забыть возвращать, потому что здесь темно, и так тут все плохо. Так, ладненько. Все вроде бы идет нормально. Сейчас посмотрим, что у нас там по квестам сдано. Все это сдано, нам дают еще муки и открывают еще квесты. Вот, но эти квесты мы с вами будем проходить уже в следующей серии. На этом сегодня все. Спасибо, что посмотрели, и всем пока.